point secure! Фонарик, ты выключи, а? Ты палишь? Дюба, ну я ж на твою башню не погружался. Да ладно, блин. Жил, а что микрофон тут? Бля, темная карта, ничего не видно, кто где находится. Ну, сменим карту, а? Давайте сменим, но темная в натуре. Присматриваться надо, блядь. Ветеран справа снайпере. Ветеран. Правда? Что случилось? Говорят, что ты справа снайпере. Я уже не справа. Центр уходит. Здорово, алкоголики, тюльняцы, пробой, сижу в зале, друзья. Курыч. Здорово. Привет, Игорь. Здорово, здорово, Игорь. Так, ну что будет? Выпито 992 бутылки, маловато, сейчас еще возьмем. Сколько ты, Егор, ты еще не выпил? Ребят, сколько я пью, вам всем, которые здесь играют, столько не выпить. Так это, Игорь, подождите. Сколько ты сегодня уже выпил? Зато нам по кайфу, что у нас друг есть, который больше всех бухает. Булит, молодец, зато человек, я не ждал этого ответа. Сейчас еще возьмем, потом еще раз ходим, потом еще возьмем, потом еще, а завтра на работу. Еще и на работу завтра. Егорыч, на работу кони дохнут, Егорыч. Ну кому-то надо ходить на работу, ну-ка как, ну как, ну как, конечно дохнут, ну что ж делать. Вот пиндосы, стоило мне зайти, все, пиндосы сразу выиграли. А немцы спят в хомуте, понимаешь? Хе-хе-хе. Ветеран, я ж не пью сильно алкоголь на пенке. Я пью слабенько, так не знаешь, вино ведрами вот так вот, потихоньку. Ведрами это точно.
пепси сильно я пил, я все равно с вами не общался бы. Уходит, ставим так быстро. А, Газдепина, и ты здесь подглядываешь, да, хулиган? Ну, ты возвращайся, ты глушил. Привет, Газдеп. Видишь, он превратился для глушки? Жабы идут. Начинился. Это к нас меньше это. Антоня, давай немцы. Как там столица? Нормально? Цветет и пахнет. Немцы, центр не давайте. Погоним он нахрен, как обычно. У вас тоже там, да? Ясно, понятно. Come on, give me snipe, please. Сейчас конец октября, у нас тут уже две недели под 20 градусов жара стоит. Вообще с ума сошла природа. Жара это да, мне вот это серое небо меня убивает. Постоянно, а, ну... солнца нету. А, ну постоянно это... серое небо. Нормально серое московское небо. Во. Ну так-то да. Парниковый эффект, блядь, зато инопланетяне нас не видят. Что-то Джуба сегодня какой-то грустный Джуба, наверное, вина нету. А чё, меня не слышно всё равно? Чё? Но! Слышно мне его вообще? Слышно. Джуба, тебе даже видно, Джуба. Да? Я не вижу, Джуба, я тебя не вижу. А мы тебя видим, Джуба, из-за серых облаков, вот он ты. Джуба, плохо вижу, можешь подойти на расстояние вытянутой лопаты? Желательно спиной подходи, да? Да. А, о, я Джубу увидел, он накачанный. Булет, он тебя поломает, Булет. Ты его не видел, какой он накачанный. Так я ж должен со спины ж подойти. Не, ты как это, ты фраер такой, с белым ходишь это. Ты понимаешь, Бог создал людей сильными и слабыми, а мистер Кольт всех уравнял. Да-да, это я слышал. Слева, смотри. Слева. А, мы справа зайдем. Спасибо, снайп, приз. Балалай. Мир, пора по-русски уж научиться. Снайпу дай, бетера. Иди сюда, дам. Нет, не меня, его. Егорыч, они жадные, иди. Егорыч, сейчас, видимо, сейчас я закушу сейчас, пожалуйста. Ты пельмешкой или яблочком, чем там? Конфетом, а чем вино закушать? Конфетом я. А, ты вино пьешь? Ну-ну. Я по молодости тоже любил, креплёный. Критопора. Ха-ха, типа того, да. Агдам это, Кавка. Вот, это Госдеп, это наша молодость. А сейчас да, я да, перепробовал, да.
Я приправил сливы, какие сейчас. Здесь одна мура, вообще ничего хорошего нету. Откровенно говоря, это тоже было говно. Тоже говно, но говно хорошее было, да. Просто другого не было, думали, что из всего говна да, это да, лучше. Да, будет правильно, не было другого ничего. Да, вот это говнище, солнцедары, вот это все, вот это, по рубль 5, блин. Во-во-во, такие, блин. Из-за того, что там много масел, люди вот из-за этого печень, все там не фильтрованное, умирали. Ну хотя у нас было дешевое, у нас в этом были эти сады яблочные, она была настоящая яблочная, понимаешь, вот именно чернилка настоящая из яблок. Нет, все равно настоящие или нет, если люди много потребляют и не фильтрованное, то эти масла, короче, долбили печень. Ну это да, да. Снайп. Ты вспомни, как вино-то пили, Егорыч, стаканами, да? Давали губастого и пока до конца.